Прививать против вируса папилломы человека начали пока только в 8 регионах Казахстана. С начала кампании по вакцинации прививки получили порядка 1500 казахстанок в возрасте 11-13 лет. В структуре онкозаболеваемости среди всего населения рак шейки матки занимает 5-е место. По данным статистики, каждые 2 дня в Казахстане от рака шейки матки умирает 3 женщины. Помимо вакцинирования школьниц, по стране также запущена скрининговая программа. Обследование проводят на бесплатной основе для женщин от 30 до 70 лет. По словам доктора медицинских наук Диляры Кайдаровой, все чаще заболевания выделяют у пациенток моложе 30 лет. При этом смертность остается высокой. К сожалению, 15% у нас выявляется на поздней стадии. И в чем коварность этого заболевания? В том, что рак, к сожалению, не болит, и он дает симптомы очень поздно. И сейчас вот до 40 лет, в 2024 году, у нас уже умерло 50 женщин от рака шейки матки. Процедуру вакцинации проводят в более 150 стран и уже говорят об эффективности препарата. На сегодня в мире существует 6 видов данной вакцинации. В нашей стране используют препарат под названием «Гардасил» американского производства. Данный вид активно применяется в 100 странах мира, где отмечают, что серьезных побочных эффектов не зарегистрировано. На сегодняшний день в нашей стране вот буквально за несколько дней было введено, проведена вакцинация, получили вакцинацию 1600 девочек, и среди вакцинированных девочек побочные, это лиц с побочными проявлениями после иммунизации не зарегистрировано. Это тоже свидетельствует о том, что вакцина безопасна на сегодняшний день. На 2024 год для Казахстана было изготовлено 350 тысяч доз вакцины, и сейчас ведутся переговоры с компанией МСД об увеличении закупа и возможности предоставления данной вакцины в платном порядке для более старшего контингента. На сегодняшний день у нас в республике на текущий год закуплено почти 350 тысяч доз вакцины против ВПЧ. Первая партия 173 тысячи на сегодня уже отгружена, поступила. Затрачено, значит, из бюджета порядка 9,7 миллиардов тенге на закуп данного объема вакцины. Напомним, в сентябре в Казахстане стартовала кампания по вакцинации против вируса папилломы человека, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК. В плановом порядке вакцинации подлежат девочки в возрасте от 11 до 13 лет. Установлен двукратный график вакцинации с промежутком в 6 месяцев. Массовое вакцинирование проводится исключительно на добровольной основе.